Дагестанский арбуз из Евроспар. Ну-ка, будем сейчас делать ему кесарево сечение. Вот так. Ой, ой, ой. О, какой нож. Слушай, я думал, блин, таким нельзя. Он вообще здорово. Какой острый. Смотри, какой маленький, да удаленький. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что там внутри? Смотрите, ребята, смотрите. Со своим рахат луком. А, не получилось. Да, блин, я уже перешел. Сколько там времени-то? Сука, не успел, наверное. Блин, 20 минут. Все, ждите вторую часть. Вторую часть ждите, не успел я. Вторую часть. Блять. Сука. Это ж короткий, короткий. Не хватает длины ему, длины не хватает. Лезвие короткое, надо, чтобы длинное было. Вот поэтому я не могу. Он там за середину, за середку держится. Нож короткий, вот в чем дело. Вот он за середину как раз не дает. Да. Блять. Футболку бы не измазать. Блять. Таша, ходите с, вот с таким длинным ножом. Не хватает длины, слышишь? Длины не хватает. Вот там за середку, вот это место. Я не знаю, что делать. Разбить его или что?